Смотрите, вот это вот двигатель 4G92, объем 1.6. Этот двигатель мы вам отправим. Время на проверку мы вам уже сказали. Время на проверку это просто возможность вернуть его в случае неисправности. Касательно гарантий каких-либо на двигатель, таких гарантий не предоставляется. Мы не знаем, этот двигатель рабочий, как он будет себя вести. На него никаких гарантий мы не даем. Единственное, что мы предоставляем, это возможность вернуть его в случае неисправности. В случае, если он вас не устроит. Об этом я только что вам в WhatsApp сказал, сколько времени на проверку будет. Давайте посмотрим, что там внутри.